дядя Джейсон, не надо нас убивать, пожалуйста. А, твою мать, он сзади! Блин! Сзади, сзади, да я вижу, вижу, беги, 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 беги! А, сзади он! Беги, 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 беги! Где ты нашел? Блять, блять, беги, беги, беги! Сзади, твою мать! Беги, 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 беги! Просто беги вперед, просто беги вперед! Бля, он за нами! Меч, меч, меч! Опа! Здорово, пацы, здорово, девчули. Илюша, спасибо за... Привет! Так вот, короче, придумали мы... Ну как придумали? У меня уже четвертый ролик на канале будет. Вот вы видите сейчас предыдущий. Кто не посмотрит, тот гей. Так вот, маньячка будем играть, ага. У нас, короче, три человека. Это я, вон та Вика. Вика, привет. Hello. И, короче, маньяк Морис. Маньяк Морис у нас на другом конце карты, я могу даже показать. Ну, это читерны. И, короче, ща мы пойдем играть. Играть, да? Да. Да. И там по пути, короче, все расскажем, ага, да. Блять, что у нас всегда происходит на заднем плане до съемки видео? Вика, что это, скажи мне? Я не знаю. А я знаю, блядь, что это? Я могу вот сгореть, например, до съемок, еще что-нибудь. Бля, я не тушусь! Ну что, пошли? Ну что, да, давай. Да, пошли. Смотри, собственно, народ, сейчас я вам порассказываю чуть-чуть. Мы, короче, два выживших, кто играл в Dead by Daylight, там плюсик в чат, ой, в чат. Я просто стримы в последнее время много провожу. Смотрите, у нас есть вот, например, вот такой толчок, или что это? Тут можно прятаться. Вот так вот я захожу. А, и у нас есть фонарики, да. Да, короче, у нас есть факела. Факела, да. Мы можем прятаться во всяких домах, впрочем, тут надо, короче, лутать все. И вся суть в том, что... В домах есть загадки. Кстати, вот здесь тоже можно прятаться. Вот, ну, зайди, например, сюда. Угу. Есть, пустите меня, пустите меня. Вот, всё. Я закрываю, все. Никого нет, пошли. А, кстати, а что-то... Это что? О, ну-ка. Гад! О, я что-то нашла. Что это? Стой, стой, стой. Не, погоди, тут еще открывается. Проходи. Воу, уже... всё. Короче, у нас суть в том, что мы два выживших, у нас есть один маньяк. Маньяк — это Морис. А, ух ты, я нашел, знаешь что? Что? А, я нашел энергос. Меч. Энергос и меч, да. Мечом мы можем станить маньяка. То есть мы, когда его. Да, мы когда его ударим, то. В принципе, давай я тебе энергетик дам. На, держи. Энергетик позволяет быстро бегать, кто не понял. А, да, кто там просирает мамкины деньги на энергетике. На ягу там какую-нибудь и прочее. Так, давай, поползлец. Поднимайся, давай. Да я не могу, у меня. Все, все, все нормально. Кстати, кстати, кто не заметил, смотрите. Например, вот побегай, побегай, побегай. Есть вот такой вот прикольный мод, да, ну вы уже заметили, что вот я вниз смотрю, и у меня это... Видно пузико. Тело видно, да, да. Его кстати, можно почесать, да. Нет, нельзя. Кстати, вот в таких тоже можно прятаться, тут, так сказать, двойная защита. Заходишь так, закрываешь. Давай. И ты не туда жмешь. Вот. И вот, оба, и все, и меня не вот видно. Все, пошли отсюда, а то... Да. А то погнали, не очень, там, не очень... там идет? Там... Да, чапает. Да, потому что дядя Вурхис тут. Ой, так что давай будем потише. Так, давай закрывай дверку. Смотри, что у нас тут? Давай посмотрим. Вот, видишь сундучок? Блин. Энергос. О, давай я возьму. Давай энергос я возьму. Смотри. Блин, вот эта колыбелька меня на самом деле пугает очень. Да. Такая, да. Блин, знаешь, как в хоррорах каких-то реально? Да, действительно. Мне не нравится такое. Стой, стой, стой. На самом деле... Давай откроем шкафы и... Не-не, давай наоборот их закроем, потому что чтобы он, ну, вдруг понял, что мы тут обманем ему так, обманочку сделаем. Кстати, тут и двери за собой тоже надо закрывать, как будто нас тут не было. А здесь точно, сделаем вот так, короче, точно, закроем, точно. И как будто мы там внутри сидим. Ой, здесь тоже. Он пойдет проверять и... Давай, иди сюда. Закрывай дверь. Нет, давай здесь откроем, все. Так, давай еще карту чуть-чуть походим, посмотрим. И вообще нам нужно особо не греметь, ничем не шуметь, за деревьями прятаться, потому что прятки здесь это особо. Блин! Сзади, сзади, да я вижу, вижу, беги, 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 беги! Воу-воу-воу! Ты где, ты где, ты где, ты где? Черт, 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 погоди, погоди! Черт! Я тебя вижу, беги, беги! Я вижу! Я... Ё-моё! Он теперь за мной бежит, твою мать! Чертов Морис! Морис! Он меня ударил! Не подписывайтесь на его канал, он плохой! Погоди, погоди! Ты где? Ты где? Ты где? Тихо, тихо!
Иди спрячься, иди спрячься, я тебя потом найду. Да-да-да-да. Энергетик пока не трать, слышишь? Окей. Давай от него бежим нафиг. Давай. Запрячемся так. Куда-нибудь, будем сидеть. Я вижу тебя. Давай, беги за мной. Давай, увиляем сейчас куда-нибудь, за кусты, еще куда-нибудь. Блин. Вот мы уже и встретились с маньяком. Я, наверное... Черт. Первая встреча. Да. Иди сюда, я справа. Сзади. На дороге не стой. Нет, стой. Видишь меня? Иди сюда. Фу, давай передохнем чуть-чуть. Что-то я... Это было страшно. Это было жестко. В принципе, у меня есть меч. Слушай, вот. Ты мог его ударить, кстати говоря. Я мог его ударить и застанет, да. Окей. А, чуваки, у нас есть меч. Смотрите, меч, он его оглушает на 10 секунд, то есть он стоит и ничего не делает. И у него где-то прочность 3-2 удара, вот так вот. То есть на 3 удара он сломается. А палкой мы можем просто его отталкивать. Фу, блин, нет, на самом деле напряжно. Но, чуваки, ставьте лайк, это, боюсь, я не хочу упрашивать лайки, но, наверное, это достойно этого. Не люблю. Задумка такая, да. Задумка классная. Интересная задумка, вообще. Я опять тебя потеряла, нет. Эй, я сзади. А, боже. Все, давай. Я понял, если мы будем так бегать, то он нас сразу найдет. Нам надо сейчас решать загадочки. И я не знаю, насколько этот видос получится. Он может получиться и на час, на 40, и на 30 минут. Да даже на 15. Давай тогда вон, дом, да, сразу давай в дом пойдем. И сразу туда. Давай особо не бегать тогда, чтобы он нас это... Потому что он нас спалил по звукам. Мы начали шуметь. Да. Закрывай за собой дверь и все. Оба, смотри. Вот тут первая загадка. Так, смешай эти два цвета, какой получится. Вот и посчитай, сколько плиток такого цвета. А потом умножай на 5, повернись. Налево это твой я... налево, а не направо. Окей, так. Разминая шею, правильно, мне будет проще отрубить голову. О, окей. Это у окна не стой, слушай. Встань. Давай. Смотри, смешайте два цвета. Слушай, ты же художник. Это, у Вики же там эта группа ВКонтакте, где она рисует там все вот это. Какой цвет? Смотри, у нас есть оранжевый и фиолетовый. Вот я могу только предположить. Ну, давай. Я-то не рисую, я только скины рисую максимум, все. Окей. А потом умножай на 5. Каких плиток? А, я понял. Смотри. Точно, это что? Это глина. Это оранжево-желтый какой-то. Не, это глина, это... и это глина. А с плиток такого цвета. В смысле плиток такого цвета? Че-то немножко тупим. Погоди, так это нам в этой комнате. А, господи, блин, точно. Так, стоп. Смешайте два цвета. Может, это будет красный? Какой? Не, какой получится? Вот и. Малиновый. Малиновый? Стоп. Смотри. Так. Вот и посчитай, сколько плиток такого цвета. Окей. Я понял, как. Это надо, короче, давай ты будешь считать оранжевый, я фиолетовый. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Так, 13 плюс сколько? Вика. Ты посчитала или нет? Я забыл. Как ты забыл? У тебя что, память? Ну, 26 на 5, это 130. 130, да. Так, 130. Ну, у меня 2. 12. Блин, мы два дебила. Получится малиновый. Тогда 1, 2, 3, 4. Так я же говорил малиновый. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Тогда 14 умножаем на 5. У меня просто калькулятор тут, у меня в школе 2 по математике в году было. Это 70. Опа, открылось. О, 70. Так, давай, закрывай дверку. Давай, пишем 70 и смотрим, что. 70. Второе число 3. Окей, ты бери одну записку и ты еще одну. Они типа одинаковые. Окей, второе число это 3. Окей, 3. Мы сможем отсюда сбежать, да? Да. Окей, ура, мы решили первую загадку. Мы не такие безнадежные. И знаете, майнкрафтеры, они безмозговые. Но давайте разрушим этот стереотип. А у меня память как у рыбки, но это не в счет. Окей, да. Тихо, за дерево. Ты видишь? Видела? Да. Вон там. Он нас хочет обойти. Давай-ка спрячемся. Блин. Дядя Джейсон, не надо нас убивать, пожалуйста. Твою мать, он сзади! Где он? Беги! Твою мать!
Он бежит, 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 беги, беги, беги. Меня коснули. Да, да, да. Меня тоже один раз коснули. Давай, беги, беги, беги. Чур, 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 чур. Он за нами. Твою мать. Или нет? Блин. Беги, 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 беги. Чур, 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 чур. Блин, это было жестко. Я такой оборачиваюсь, он там стоит, слушай. Ты видела его? Как у нас так быстро бежал, черт. Ну, это маньяк, а маньяки, они любят охотиться. На двух дебилов, которые не могут загадки решить. Твою мать! Беги, 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 беги! Воу. Стоп, давай я его застанем, застанем, застанем. Меч, меч, меч. Опа, опа, я его застанил. Беги, 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 беги. Бежим. Я его вырубил. Побежали. Давай убежим вообще далеко, 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 далеко. Давай. Чтобы... Вообще в другой конец. Да, в другой конец карты. Давай тогда бежать вот так вот. Чигрями, чигрями. Да, да, чигрями, к огородам. Чтобы он нас вообще не нашел. О, слушай, блин, напряжно на самом деле. Фу, я не знал, да, что Майнкрафт такой напряг выбираю. Это. Хорошо, что я себе попить. Так, давай здесь остановимся. Во, я вижу так. Здесь. Давай сюда, сюда, наверх. Ох, здесь нельзя пролезть, слушай. Воу-воу, страшные звуки. О, смотри. Блин, тут ничего нету. Погоди, я водички чуть-чуть попью, а то это... Нет, я сейчас, ПРП, ПРП, отойди, отойди. Так, слушай, Вика, я тут вижу это, немножко воды. Ну-ка, дай-ка я. Смотри, что я нашел. Оба. Стоп, что? Рычаг. Смотри. А это... Это открывает. Смотри, пойди, видишь, там тут... проход. Супер. Тут два тренировочных меча, возьми. Второе число три. А, не-не-не, это у нас есть. Держи меч. Я тебе скинул меч. Окей, у меня теперь два меча. Слушай, а если совместить два меча в Майнкрафте, то получится больше, этот, больше запас прочности. У меня теперь он выдержит где-то примерно 6 ударов по лицу. Мы можем найти верстак, тогда так и так и сделать. Не, а вот я уже себе совместил. А-а-а. В инвентаре. Так, окей, энергетик у тебя сколько? Энергетик у меня один. Один, окей, давай пока не будем юзать. У меня сейчас два энергетика, нам нужно поровну, чтобы не разделяться. Блин, на самом деле... Напряжненько, напряжненько. Да, да, напряжно. Нужно искать следующую загадку. Да, загадку и решать. Блин, не знаю, мне нравится, интересно. Смотри, тут какой-то еще сундук. Да. Так, что тут? Энергетик, возьми, возьми. Энергетик, ага, хорошо. Отлично. Блин, он так со спины подкрадывается. Тебя чуть не убили, кстати. Тебе уже два хита нанесли. Нет, не два хита, не один хит. О, смотри, смотри. На, совмести вот этот меч еще один. У нас будет, так сказать, совмести два меча. О, да, черт возьми. Отлично. Так, я поставлю тогда во второй слот. Энергетики у меня будут в последнем слоту. В первом фонарик, которым я почти не пользуюсь. Не, он в центре будет. А первый это будет меч. Окей, давай ходить тогда с мечами, чтобы дядя маньяк знал, с кем имеет дело. Так, фонарик. Смотри, я что-то наш... Это развалины какие-то? Тут что-то есть? Да, что-то есть, смотри. Надписи ничего нету. Лук. Хочешь лук взять? Погоди, а, давай, давай. На, возьми лук, только не мажь, пожалуйста, я тебя умоляю. Окей, окей, окей. Так, тогда... Кстати, покажи анимацию натягивания стрелы. Хочется посмотреть. О. Оба, нихуя ты. Нормально. Боевая телка, только не тра... О! Молодец, ты просрала одну стрелу. Нет, чёрт. Пошли. Ты мне прям в колено, наверное, когда ты, не знаю. Но... Вот как мне тебе после такого доверять? Вот женщины прости, все такие. Я... Женщины все такие. Вот ты им сначала доверяешь, а потом эти стрелу пускают. О, я... Боже, прости меня. Да нормально все, что ты. Мы, кстати, можем прятаться в траве. Кстати, да. О, кроватка. Тут, кстати, миленько так довольно. Нет, мне не нравится. Любимый домик. Не, она очень миленько и цепь такая. Да. Давай включим ночник, чтобы Джейсон не заподозрил что-то. Не ладно. Пошли. Надо будет от него как-нибудь спрятаться, знаешь? Ух, твою мать. Это уже... Это что? Опа. Это, кажется, наверное, домик Вурхиза. Не, домик Вурхиза другой. Кстати. Кстати. Надо будет сходить. Можно пробраться в его дом. Угу. Так, давай. Он 100 пудов не будет ожидать нас в своем доме. Ну, да, точно, кстати, это... Только надо его сначала найти.
Угу. Окей, давай тогда пройдем вот сюда вот. Посмотрим, что у нас здесь. О, тихо. Слышишь? Он в доме ходит. Он по лестнице ходил. Давай ближе к дому, чтобы он... Вот, слышишь? Опа. Лазит. Да. Я вижу в окне, вроде да? бы. Это он? Нет, это не он. Нет. Тихо. Иди сюда. На картах. Тихо. Главное, чтобы не шуметь. Тихо, ты слышишь? А, сзади он! Беги! Нет! Давай я снова застану. Нет! Он застрял, побежали. Нет. Нифига. Давай сюда. Стой, давай подождем его. Я его огрею. Это, можешь встать как, не знаю, как приманка. Вот так. Как приманка. Да, напротив. Опа, бежим. Все, бежим. Побежали. Я его застану. Бежим. Все, давай спрячемся в этом доме. Черт. А тут негде прятаться, твою мать. Вот, сюда, наверх. Я нашел палку. Найс, мы можем его остановить, это палка. Не, палки мы можем ее только отталкивать. Твою мать, вот он бежит, он внизу. Смотри. Твою мать, тихо, не спрыгивай. Черт, я не вижу, тихо. Давай на дерево аккуратно. На дерево аккуратно спрыгивай. Шифтуй, прыгай. И убежи. Давай, шифтуй. Давай, ты сможешь. Ладно, побежали отсюда, пока нас не скобут. Как мешок скобут. Так, давай в дом какой-нибудь и спрячемся, в подвале там еще где-нибудь. Да, давай. Нужно быстрее куда-нибудь, фаст, там, главное, беспалевно. Твою мать, он сзади. Он меня узнал. Да, давай, беги. Да почему он на меня? Почему не на я? Давай беги тогда вперед, не знаю. Я бегу, я прям сзади. Вот в этот дом, в этом доме мы были, по-моему. Нет, в этом доме мы не были, там и спрячемся. Давай. Давай сюда. Черт. А тут негде прятаться, нет, обратно. Обратно. Вот, давай вот в этом доме поищем. Небольшую паузу мы взяли, пошли. Там Морис ступил немного. Так, пошли за мной, слышишь? Ага, давай, нам нужно найти его дом, по идее. Да, давай. Будет вообще офигенно, если мы найдем его дом, и там будем прятаться, он даже ничего не заподозрит. Я бы к нему в хату никогда не пошел. В жизни я бы не пошел в логово Маньяка. Да. Тем более после фильмов. После, например, той же «Пятница 13». Да. Черт. Так, тут, кстати, все ограждает вот такой забор. То есть мы отсюда не можем слинять. Да, нам, чтобы слинять, сейчас мы покажем, что нужно сделать. А вот, собственно, вот эти вот все записочки, второе число 3, это нам нужно находиться. То есть, надеюсь, серия будет долгой и интересной. Надеюсь, вам интересно смотреть, чуваки. Если вам интересно смотреть, напишите, пожалуйста, да или нет. Это не байт какой-то, просто нам важно узнать ваше мнение. Реально, без лицемерия и прочего дерьма, как у зажравшихся ёбаных ютуберов. Простите за мут. А, смотри, тут какие-то камни, за ними можно прятаться. Мне чем-то Dead by Daylight напоминает. Трава очень... высокая, в принципе, да, тут можно... Да, в ней можем прятаться, это очень круто. Чекли. Где ее становится меньше, заметь. Угу, там это какая-то поляна. Сами. Да, тут еще тут опять камни, не знаю, я просто бегаю рандомно, может найду что-нибудь. Угу. Я просто, в принципе, я сам строил эту карту, да, но я сам не дом, знаю, дом, где дом, что... Дом. О, смотри. А, Супиночка, это не тот, по-моему. Все, где ты нашел дом? Блядь! Беги! Твою мать, он прям за нами! Черт! Я тебе говорю! Черт! Убегай! Просто беги вперед! Бегу! Бля, он за нами! Твою мать! Черт! Беги за мной! Неси! Убегай! Давай сюда! Давай! Просто он чисто за нами! Че, мне его огреть или че? У тебя лук, слушай! Давай, я отхожу! Опа, давай! Давай! О, отлично! Yes! Слушай, это вообще экшоно! Давай тогда, побежали, сейчас запрячемся в дом. Ты бежишь за мной? Черт, да, я бегу. Слушай, я прям это было эпично, мне понравилось. Это было эпично, я так поворачиваюсь. Так, давай. Ты туда, ты в тот шкаф, я в этот. Погоди, тут... Давай, зайди. Все, я сижу в шкафу, тихо, не шуми. Да, всё. Хватит шуметь. Все, тихо.
тихо, слушаем шаги. Это, знаешь, кейс аниматроникс, напоминаю, где он там еще сидит. Да, такой. Да, да. Там рядом аниматроник проходит. Такой, хью. Он такой. Да, да. Такой. Тихо. Слышишь, стой! Ну-ка, погоди. Я чуть-чуть выйду. Mm-hmm. А, тихо. Тихо. Я залез обратно. В шкаф. Ты спален, да вообще. Да вообще, блин. Блин, шкафы такие громкие, как из Икеи. И разваливаются, наверное, так же. Наверное. Не, ну, Вик, давай-ка вылезем. Слушай, о, тут еще загадка. Загадка? Бильярдные шары видел? А, на полке слева лежат. Так, смотри. А, угу. Сумма чисел верхнего ряда твой код. А, сумма чисел верхнего ряда. Так, это тогда 11, 14, 13. Ой, бля, 11, 2, 14, 4 и 13. Так, калькулятор, ну тогда давай складывать. Школьная математика. Называй мне цифру, я буду складывать. А я уже сложил. Типа смотри, надо складывать сначала эти большие, типа 11, 14 и 13. Uh-huh. Короче, выходит у нас 44. Все вместе, 44. И что? 44. Сумма чисел ряда твой код. Открылась. 7. Четвертое число 7. Окей. Так, давай разложим тогда в таком порядке. Второе число это. Ага, 7. Okay. Так, тут еще. О, энергетик еще один. Слушай. Uh-huh. Мы так и не испытали энергетик ни разу. Давай, когда в следующий раз найдем Джейсона, выпьем его и убежим. Так, у нас есть два числа. Это 7 и 3. Окей, так, тогда. У нас есть еще два числа. Да, осталось. О, смотри, кстати, что есть. Пошли. Uh-huh. Вот это очень крутое место. Можно тут прятаться. Привет. Привет. Так, ну что, пошли отсюда тогда? Пошли, да. Мне тут вообще не нравится в этом подвале. Не, да. Есть, кстати, подвал посочнее и попривлекательнее. Я надеюсь, мы в нем не будем сидеть. А, вон, кстати, могу показать прямо сейчас. Пошли. Давай, пошли. Вот, вот он. О, тут вино. А, Кевин бы оценил. Кевин, да. Тихо. Тихо. Блин, Моррис любит подкрадываться. Я его шаги не слышу, потому что он на картонах идет вот так вот. Подлец. Да. Слушай, лук нам больше не нужен в таком случае. Можем его на самом деле выкинуть. Стрелу одну ты в меня пустила, а вторая... А вторую ты прям точно в цель поразила. Это очень да, прям такая поворачиваюсь на пару, такой да. Пыш ему. Понравилось мне, пошли. Угу, это было круто. Так. О, смотри. Моррис. Стоп. Оба, смотри. Это проигрыватель. Тогда у меня есть гимн... Главная тема игры Сталкер. А где гимн СССР? Я же клал гимн. Не хочу. Не хочу, слишком мрачно. О, смотри. Ого. Кстати, тут можно от него спрятаться. Вот зайди, ты меня увидишь? Ты где? Ой! Я бы... Нет, серьезно, я бы тебя не увидела. Мне показалось, или кто-то прошел? Короче, давай отсюда пойдем. Не нравится мне здесь вообще. Ай! О, мы пропустили тумбу. Еще один энергетик, возьми. Энергос. Блин, сколько энергосов у нас? Да вообще, мы, по-моему, у нас это, сердце лопнет. Так, есть, кстати, еще одно местечко. Угу. Оба. Вау. Если вот сюда заползти. Можем карту посмотреть и посмотреть на дядю маньяка. О, давай да. На самый верх тогда и посмотрим. Где я он? Уже... Хопа. О, прям почти. Ты понимаешь? Всем... Все как на ладони просто. Да, да, а он нас даже не заподозрит. Смотри, если мы будем стоять как вкопанные, то он нас не увидит. Мы притворимся листиками. Они что-то слишком большие для листиков, ну ладно. Смотри, какая вода красивая. Блин. Да. Мы не листики, мы лопухи. Говори за себя.
Окей, так. Ну, красиво очень. Да, красиво-то красиво, но нам будет еще красивее, нам, если мы выберемся. Идти. Да, давай, так что, пойдем вниз, спускайся. Если что, мы залезем... О! Фух, я чуть не упал. Нет! Отлично. Фух! Так, отлично, нам отлично. Надо что-нибудь еще найти. А, кстати, надо показать тебе, где ворота и как они вообще выглядят. А то мы бегаем вокруг да около, а сами ворота банально-то так и не нашли. Нам нужно найти дом маньяка и ворота. Дом маньяка, да. Кстати, черт. Вот если вам понравится подобное, мы можем, блядь, штамповать такие, как Эмеральд, свои опасные приключения. Типа, это оригинально, мы можем менять карты и прочих разных маньяков, типа не только Джейсона там. Можете, добавлять своих. Да, добавить каких-нибудь своих, не знаю, там. Как ДПД, да. Да, Dead Body Light. Типа, кому эта тема понравится, можем и выживших увеличивать количество, и маньяков тоже. Блин, было бы классно. О, серьезно. Смотри. Походу я нашел, походу. Нет, так. Это не он. О, блин. Что? Господи. Я сам испугался. Что ты делаешь? Так, мы не в ту сторону побежали, слышишь? Нам нужно осматривать, по-моему, все дома, потому что может быть загадка в каждом. Ну, да. Не, давай сначала туда пойдем, раз уж мы побежали. И вообще по дороге лучше не бегать, потому что нас видно по дороге. А в темноте нас не видно. Как мы видим, Джейсон любит к нам подкрадываться сзади. Можно оглядываться, да, постоянно. Будет очень некруто, если он нас убьет. О, двойные двери. Давай, закрывай. Вырабатываю привычку закрывать за собой двери. Я закрываю! Еще один энергетик. Да куда мне их? Так, погоди. А есть еще внизу? Это похоже на туалет. Нет, нельзя спуститься. Знаешь, удобненько, однако. А, не, это знаешь зачем? Смотри, типа, оба. И закрыть, чтобы потом быстро вылезти. Да, так. Просто это типа шкафа. Угу. Так, стиральные машинки. Не, это все не нужно. А это что, проигрывать? Это все не то. Окей, пошли. Давай ты... Ну, проходи. Не, давай вторую дверь закрывать не будем, только вот эту. Окей. Но так, что в этом доме? Немножко, ну ладно. Что в этом доме? Ёлочка, там ёлочка, видел? Да, давай за... Новогоднее настроение. Прикольно. Так, что... Подарочек. Оба! А, во, смотри. Чем? Что Джейсон украл из комнаты? Сколько букв там... Сколько букв там? Умножай на 8. Так, что Джейсон украл из комнаты? А, я понял, смотри. Давай посмотрим, иди сюда. Так, раз тыква, раз... Так, ага, это все с ты... Так. 3, 4, 5, 6. Так, не, стой, давай смотреть, что он украл. Так. Что на фотографии? Так, подарок есть, паучок есть, конфеты есть, телефон есть. Телефон? А, телефон. Да, ты стой там, я буду тебе говорить. Так, швейная машинка есть? Есть. А, телефон есть? Нет телефона. Вот, телефона нет. Так, телефон. Т, Е, Л, Е, Ф, О, Н. 7. 7 букв. А, и эти 7 букв типа надо умножить на 8. И это значит получится число 7 на 8. Но это просто, да? Для на калькуляторе. Давай. 56 это. 56. Первое число 6. Окей. Теперь у нас есть число такое. 6, 3, неизвестно, 7. Окей. 7. Ага, отлично. Еще одну загадку мы решили, кстати, переключатель. Ну, довольно-таки, кстати говоря, быстренько мы это делаем. Да, да. Не, кстати, по-моему, нет. Мы, наверное, уже 30 минут здесь. Это, факел из рук убери. Точно. Простите меня. Ты не убрала. Я убрала его? Все, я, да. Все. О, это что? А, колодец важный. Ну, какой ты важный, дядя. Подумай, может, на дне есть то, чего ты так сильно ищешь? И что, будем на дно спускаться? Давай я тогда на дно пойду, ты будешь... Окей, просто нам нужен один, кто будет все это стеречь. Окей. Я вижу там сундук какой-то. Что да, там? Там есть сундук? Да, да. Давай. Что там? Рычаг, рычаг. Рычаг? Да, о, я отлично. Возьму один. А зачем? Куда его ставить? Не знаю. А, вернее, на ворота. Пошли, пошли. Стой, я пытаюсь... Давай, нет! Всплывай! Нет! О, черт! Черт! Отлично. Но в Майнкрафте мне не нравится, что всплывает недолго. Прям рычаг. Да. Так, рычаг, все есть у меня в инвентаре. Тебе скинуть? Ну давай, ладно. Давай, держи рычаг. Стоп. Окей. Пошли тогда, нам кое-что сейчас нужно найти.
Угу. Кстати, по-моему, Джейсон даже имеет право полное сломать рычаг. Кстати, да. Если мы его поставим. А по-моему... Ну ладно, пофиг. Там было очень много рычагов, поэтому... А, не, мы тут были. Я не хочу больше сюда возвращаться. Эту загадку мы с Горем пополам решили. А, это с цветами, да? Да, с цветами. Мне она не очень понравилась. Чёрт, это самая сложная загадка была. Остальные просто на изи не сделали. Угу. Не, они интересные, мне нравятся. Да. Это... Тут хотя бы думать надо, не то, что эти нубы в Майнкрафте обоссаны. Здравствуйте всем, а я нубик в Майнкрафте. Я нубик. А я про, ага. Да. Блядь, чуваки. Было бы классно, если бы у Вурхиса глаза горели. А это можно устроить. Это можно устроить. И в темноте. Да, вот. Как раз если народу понравится, то можно потом... Да, я говорю, можно развивать эту тему, мне нравится. Понимаешь, вот ты такой идешь, такой по темноте, и видишь, бах, глаза бам, горят. Такой, глазики. И типа разных маньяков. Например, можно сделать такого, которого когда не видишь, да? Угу. Чтобы он передвигался, как в статуе. А, ну, из Доктора Кто. А когда ты на него смотришь, он стоит как вкопанный и ничего сделать не может. Да, кстати говоря. О, смотри, я нашел дом. Опа, на одинокий домик. А это дом Вурфиза. Смотри. А он картины рисует, смотри. Так, что наверху? Давай. Опа. Что это? Опа. О, сколько тыкв? Сколько тыкв видишь ты? Умножай их всех на три. О, прям, знаешь, сколько тыкв видишь ты? Умножай их всех на три. Так смотри, а Джейсон, он что, он убийца или математик? Чем все умножать, умножать? Может быть, одно и то же? Одно и то же, а боссная тряпка накроет кожу. Так, смотри, давай считать тыковки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, шесть на три, это 18. Угу. Нет. Стоп, может сначала пойдем рычаг поставим? Пошли сначала. Нам сначала ворота вообще надо найти. Мы карту-то до конца не изучили. Давай, давай, пофиг. А, закроем дверь, как будто тут никого не было. Давай по-быстрому пойдем рычаг поставим, чтобы это... Нам еще нужно найти ворота, мы не знаем, где. Да, да, я про что говорю. Чтобы все знали. Нас сначала изучить, примерно, а то нас убьют. Запомнить. Может, он там стоит, пасет ворота, а мы это... А мы тут загадки решаем, а когда... Он просто будет стоять у ворот, не знаю. Кстати, да. Если... Потом мы сможем убежать. Угу. Потому что он будет у ворот и будет типа... Ага, вы пришли ко мне в гости, иначе... Да. Так, чтобы найти ворота, ну, это очевидно, надо бежать вдоль стенки. О, блин. И вообще, сейчас, наверное, будет жёсткенько. Да. Не знаю. Может, он реально стоит у ворот там, и все вот это. Чёртов дядя Джейсон. Так, мы вообще правильно бежим? Не знаю. Я надеюсь, не что знаю, правильно. Вообще. Нужно бежать вдоль забора. Тогда 100% мы найдем. Ну да. Давай тогда бежим сейчас всю карту. И поищем. Так. Куда же пропал Вурхиз? Очень да, интересно. Реально. А может, знаешь как, мы вот сейчас на одном, а он на втором берегу где-нибудь. И он нас потерял, может быть, да. Бедный. Кстати, в воду лучше не суваться. А, потому что Вурхиз, он... Его же утопили. Водоплавающий. Да, он водоплавающий. Ему вода — это ничего, это его только родная стихия, он там еще быстрее. Ползает, бегает. Блин. Такс. Что-то не могу пока ничего найти. Я тоже. Очень странно. Мы уже половину круга пробежали. Да, да. Блин, чертов Джейсон. Ой, блин. Я случайно сломал. Что ж ты меня так пугаешь-то? Извините, пожалуйста. Так. Ща. А, я понял. Давай вот туда вот побежим. Давай вот одновременно так бежать. На одной, так сказать. Кстати, а с мечом ты быстрее бегаешь или нет? О, стой, я по-моему, вспомнил. Так же? А, точно. Просто я это... в PUBG играем часто. Да. Там с оружием. Да, с оружием бегаешь, там без оружия быстрее. Так, это парковка. Вот мы не ходили... Я знаю, в какую сторону. Мы не ходили в сторону... Да, кстати. Нет, туда... Туда ходили? Сейчас, может, тут... Туда... Не, что-то я помню где-то. Где-то... Тропинка какая-то. А где, я не помню. Это называется строй карты. Самые чигири. Да. Стоп. На изи.
А, да, да. Эй, чёрт. Ты где? Я побежала. Стой, прямо. Стой, стой, назад вернись, в середину парковки. Чёрт. Ты где? А, о, смотри, я нашел тропинку. Ну... Отлично, придется еще фонарь включать. Так, ты меня видишь? Вон, я тебя вижу. Стой, налево повернись. Лево. Я прыгаю. Вот, вот, видишь? Направо башку, направо. А, черт. Давай, чтобы Джейсон не запалил там. Окей. Смотри, тут есть тропинка. Угу. И вот если по ней идти, мы, собственно... Оба, это что такое? О, еще один домик. А тут что? Ха, палка, возьми. Ага. Так, отлично. На самом деле хочется побольше с Джейсоном там подраться, еще и кашона какого-нибудь. Джейсон пропал просто. Да, может, просто. Может, он сдох реально. Я там еще вижу какой-то... Я же сказал, а ну слушай, нафиг, приехала. Я там какой-то свет еще вижу, пошли сюда. Поехали, поехали. Или же знаешь, он просто нашел новых людей. Ну, блин! Что это? Улыбочка. Видишь? Я вижу, но что это? Да это дуб. Не, да. Он живой, он моргает, он моргает. Да? Да, ты не видишь, он моргает? Это глаза у него белые. А, да? Блин. О, да, он моргает реально. Ну ладно, пошли, пофиг. Ага. Угу. Вот так. Оно. Так, что там написано? Камера. Камера. Перед собой увидеть должен ты рычаг. Так, я так понял, рычаг сюда ставить. Морис тут что-то намудрил. Так, так ты камера. Смотри, пока а я что за камера? Я смотрю, что маньяка не было. Окей. Так, собственно, дверь откро... Понятно, у нас нет кода. А, ну да, нам не хватает. А, ну да, а точно, это... Я ж вступил. Стой. Тихо-тихо-тихо, за дерево, за дерево. Вон он, вон он. За дерево любой прячься. По-моему, она заметила. Чё ты его видишь? Вон он. Он за деревом, он да. За деревом. По-моему, он нас... Мы смотрим друг на друга. Слушай. Блин, он нас видит. Начинает идти. Ты его видишь? Да, я его вижу, он идет ко мне. Готовь энергетик. Побежали! Побежали. Он стоит просто. Побежали. Он бежит за нами, давай, убегай. Давай, я сзади. Он... Блин. Давай. Сюда. Супер скорость. Ты где? Угу. Я вот. О, нифига. Вштырило. Надо обратно бежать, последнюю загадку гадать и уже выходить. Да, пока у нас действует Энергос. Блин, слушай, он нас спалил, что мы это, что мы уже у ворот. Главное, чтобы он не пас, короче, в ворота. Угу. Вот вообще хреново. Да будет. Да прикинь, каково это будет просто. Он будет у ворот, и нам нужно возвести код. То есть мы будем как-то пытаться тогда, его приманить. Тогда ты будешь вводить код, я попробую его, не знаю, там как-нибудь это. О, черт. Кстати, хорошо. Чуваки, самое интересное, что мы все это снимаем, все втроем. То есть вы можете посмотреть и у Морриса это, и у Вики, и у меня. Это очень круто, от разных лиц смотреть. Так, пока у нас энергетик работает, давай побежали. Сейчас поищем дом. Кстати, у нас куча энергетиков, давай его тогда тратить. Ну, пока же нормально бежим, так что да. Что, нельзя тратить. Нам еще понадобится тот момент, когда мы будем уворотить, да, нужно один оставить. Нам придется водить, чтобы это... Палками его бить как-нибудь. Блин, это вообще будет жестко. Вот, не знаю, мне нравится, интересно. Да, мне нравится тоже. Чем-то напоминает ДБД, ну, да. только с Джейсоном. Так, давай еще выпьем. Да. Так, погоди, стой. Так, получается... Да. Так, бутылки, я думаю, выкину. Пошли. Это палевно, понимаешь? Их побросали-то. Да и ладно. Пускай собьем его с это с цели. С панталыки. Да, нам сейчас нужно найти его дом. Где-то на поляне. Оба. Его дом. Да. Там, где камни такие, помнишь? Да. Странные камни. Рядом с заправкой. Вон цветочек. Блин, по-моему, вот здесь где-то. Вот здесь камни эти. Немножко читерным с тобой бегаем. Да, мы очень читерно бегаем. Но это не так читерно, потому что бег кончается. Вот это как могилы выглядят какие-то.
Да, руины. Во, нашел его дом. Так, так, вижу. По-моему, карта большая, и мы просто теряем самого маньяка, нужно поменьше делать. Так, 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 ты где? Ага. Так, тут... давай решать последнюю загадку по-быстрому и уходить. Окей, окей, да, по-быстрому. Раз, два, три, четыре, пять. А, смотри, вот тыква была, шесть. Шесть тыкв. Шесть. На сколько там надо, на три? На три, шесть на три. Шесть на три, это школьная математика. Серьезно? Это 18. Я на пальчиках считал. 18. Что? Нет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. А, шесть, семь. Так. Где ты их и видишь? Семь на три. Да вон там в конце, видишь, 21 будет. 21. Третье число, 4. Получается, у нас выходит число 6, 3, 4, 7. 6, 3, 4, 7. 4, 7. Окей, пошли. 6, 3, 4, 7. У нас есть рычаг, у нас есть все. Спасите. Все. Давай тогда выпьем последний. Ну, энергетик еще один. У тебя же 4 их или сколько? У меня их 3. Блин. Тогда придется их не тратить. Ты уверен? Да. Мы можем их выпить, когда мы будем подходить к воротам. Да, да, чтобы бегать. Ух, чёрт, это будет так читерно. Ну, я бы не сказал, они на минуту действуют. От Джейсона бежать, да, можно. Если мы можем его даже ударить, понимаешь? Ему вообще будет плохо, потому что он будет нас атаковать. Мы быстрый, и мы добавок его еще бьем, и он должен еще, типа, замороженный стоит. И... это классно. Да. Нужно будет добавить что-то, типа, ярости, там, типа, 3 удара по нему, например, и на него станы меньше действуют, там, например, на 2 секунды еще как-то. Не знаю. Можно вообще сделать так, что типа у разных персонажей перки, и один, например, сразу же возрождается, то есть нет, не возрождается, появляется изначально с энергосом, ну, другой, например, с мечом. Да, типа, там, с танк, луком один, или, такое, или один огнестрельное луком, оружие какое-нибудь там, еще что-то. Да. С огнестрельным, например, как в пятницу, знаешь, берешь дробовик, стреляешь, он падает, как кусок говна такой. Да. Так, кстати, ему, по-моему, можно вообще маску еще пробить, вроде да, бы. Да, ему можно, это, в пятницу можно всем Джейсона маску сбивать, это очень круто. Там у Джейсона 6-й части, там прям ебало такое смешное. Так, слушай, давай тогда я сейчас нырну, возьму второй рычаг, если он там есть. И это, ну, чтобы, мало ли, чтобы, если что-то пойдет не по плану, он одного будет пасти. Я взял. Если что, я тут смотрю. Я взял второй. Так, я всплываю. Так, а что тут написано? Одного и тебе хватит. Ну, одного мне, одно Вики. Да. Сейчас я тебе дам. Рычаг. Так. На, оба. Окей, чтобы погоди, я быстренько переложу, окей, чтобы было поближе. Да, я тоже все переложу, чтобы оружие у меня было впереди, а всякие вспомогательные здесь. Так, в принципе, окей, никому, наверное, не интересно, как мы будем бегать, так что давай ускорим процесс, выпьем по энергетику. Давай, давай одновременно прям. Я выпила. А, это не то. Найс. Да, давай, готов? Да. Это... это нет. А, все. Я путаюсь, ну что. Все, давай. Бутылку. Найс, погнали. Бросаем. Все. Блин. Прям на спидах так ты. Ты куда? Ну. А, все, 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 все нормально, все нормально, все нормально. У тебя действие энергос работает вообще? Да, 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 работает. Я за тобой прям бегу. О, еще бутылки. Тебе на пяточки наступаю. Да. Да? Да. Нет. Ну, ух ты, я сейчас могу ускориться. Ой, вон Джейсон! О! Дядя Джейсон, не-не-не, отстань! Не-не-не-не-не-не-не-не. Давай, он бежит, он бежит. Давай на дерево и скинем его. Ты серьезно? Да, ты давай. Думаешь... а! Блин, он ползет за нами. Давай. Я беру палку. Черт. Давай, давай. Сыкует, сыкует. Давай, вали отсюда, проклятый Джейсон. Ау! Аккуратно. Нормально? О, я что-то сломал. А, нет! Воу! Живешь? Я жива. Окей. Недолюбливает именно меня, понимаешь? Тихо, я его сейчас скину. Блин. Нет, не получается меня его ударить. Черт, как ты будешь. Он меня на дереве зажал, слышишь? Как ты будешь что-то... Я могу сзади его... Не надо. Отстань. Чёртов Джейсон. Он не подозревает, что я... Я не могу его ударить, почему?
Может, у него рейдж, блядь, включился, ты слышишь? У него рейдж, я его не могу ударить. Ярость у него. Окей, погоди, я спрыгну вниз, знаю как, оба. А, пофиг, побежали. Чёрт, давай, побежали. Я его не могу ударить, ты понимаешь? Вот в том-то и проблема, мы его заставить не можем, это... Ох, он за нами. Чёрт, давай. Давай тогда прыжками, не знаю, как угодно. Только не рейдж, нет. Он сзади, беги, просто не оборачивайся, бежим. Давай, бежим. Давай, ладно, на пробеле. Улепетываем. Я знаю даже куда, вот сюда направо. Давай в кустах, чтобы он нас потерял. А, он прям сзади! Беги. Чёрт. Мама. Тихо. Сейчас. Не тормозите! Не тормози, просто побежим. Блин, мы опять не там. Давай вот сюда, вот сквозь лес, слышишь? Давай. Я тут. О! Очень рискованно плыть через воду, слышишь? Не надо. Вообще, да. Это же Джейсон, твою мать, он утонул в озере. Озеро его дом родной. Да. Он за нами все еще бежит, слушай. Да черт, блин, когда-то... Кажется, может его в колодец как-нибудь скинуть? Давай в колодец. Не надо. Давай бутылками его закидаем. Оба. Побежали. Умри. Блин, это ни хрена не смешно на самом деле, что у нас Джейсон за нами. Черт. Нужно как-то чигирями. Да. Чтобы он от нас отстал. Давай сюда. И вот сюда, потом налево бежишь. Бежишь со мной? Так. Беги. Черт. Да я вижу за это. Только меня убьют. Чертов Джейсон. Надо как-нибудь его сбросить с хвоста. Только как? Побежали, вот сюда. Мой персонаж очень неповоротливый. Его все пьют. Через кусты, да. Да. Все, просто бегаем вот так вот, запутываем его. Можем в рассыпную побежать, но только это, по-моему, плохая идея. Да, потому что мы потом не найдем друг друга. Да не, найдем, но... Я сделал... Черт! Я типа забежал в дом. Ты меня видишь? Вижу. Он за нами? Да, он за нами, твою мать. Так. Черт! У меня есть время пока что код вспомнить. Так, 6-3-4-7. Окей, давай тропинку искать. Он убежит. Давай, он нам срежет сейчас будет. 6-3-4-7. Я запомнила. Так, окей. Давай я попробую его чуть-чуть это помансить. Я это. Поводи его где-нибудь. Я пропишу код. Так, быстро. Рычаг. Ладно, пофиг, веди пока его за нами, слышишь? Ау! Беги ко мне, к воротам беги. Черт, где они? По тропинке беги. Я ее потерял. Я забуду. Беги. 6-3-4-7. В, ура! Черт. Давай. Ты где? Я не знаю, где. Я открыл ворота. Ты где? Я начала его уводить и заблудилась сама. Окей, сейчас я тебя найду, не ссы. Так, я у костра. Я пью энергию. У костра, окей, принял. Я знаю, где это. Води его вокруг костра, я сейчас... Побежали за мной. Его здесь нету. Ты где? Стой. Остановись. Он был там, в той стороне. Да? Пошли. Да, пошли. Блин, он же может закрыть еще, по-моему. Черт. Не-н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 е. Так. Зато я его увела. Да, отлично. Хоть сама потеряла. Стоп, аккуратно. Давай сразу не бежать, чтобы это... Не бежать, чтобы... Мало ли он тут... Нет, на самом деле лучше сразу бежать. Ты где? Я тебя... Блин, у меня еще эффект этот, потерялся. Вон он! Где? Он ворот. Что? Он нажал, блин. Черт! У меня эффект энергетика кончился. Твою мать, он нас видит. Он нас видит, да. Чёртов Джейсон. Он специально там стоит. Нет, он идет.
Сейчас, я его обману. Давай, побежали, побежали. Давай, давай, сюда, 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 быстро. Быстро, 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 быстро. Чёртов выделил. Давай, давай, забегай. Давай. Собственно, вот такие дела, народ. Сбежали мы с Викой от чёртового маньяка Джейсона. От этого дедушки. Не, эта тварь в конце подошла и же закрыла дверь в наглую. Ну, вам повезло, вам повезло. Да. Это, Морис. Вика, да. Я, короче, чуваки, видосы вы можете увидеть у всех челов с канала. Типа у Морриса, у Вики, у меня можете посмотреть, где угодно. Везде поставьте лайки, на всех подпишитесь, короче. Такие дела. То есть, по-моему, интересно от лица каждого смотреть, не? Я не знаю, лично мне вообще мне очень понравилось, прям. А тебе, Моррис, понравилось? Классно. Я не знаю, посмотрим, как после монтажа получится. Но я надеюсь, что будет классно. Подрежем, запишем. Запишем, там, склеим, и будет конфетка. Да. Собственно, чуваки, если вам понравилась подобная тема, ставьте лайк, пишите комментарий, что да, понравилось, еще что-то там. Всем лайки поставьте обязательно, и Вики, и Моррису, и на всех подпишитесь. Короче, если вам понравится такая тема, можем штамповать, как я говорил уже, как опасные приключения Миральда. Также придумать там всякие перки, верки, там увеличивать выживших, прочее. Короче, в следующий раз, если вам понравится, я могу быть за маньяка или Вика. Кто угодно. Или, короче, карту поменять там. Придумайте свою что-нибудь. Идеи будем принимать. Так да, что? То есть пишите свои идеи у всех под комментарии. Посмотрим, у кого будет лучше, те и примем. Ну что, чуваки, заканчиваем. Да, все. А мы пойдем тогда. Насиловать Джейсона. О, да. Стой, лови его, лови. Вернись! Лови.